Привет, друзья! Вы на канале Крепче Стали. Сегодня мы с Антоном. Куда-то он пропал. Мы сегодня вам покажем отличный комплекс. Называется комплекс «Дружба» для тренировки вдвоем. Проработаем сразу руки, спину, пресс, ноги, все в куче. Когда у вас нет железок, нет резины, есть большое желание с другом потренироваться, даже для тренеров после тренировки, как общая физическая подготовка для бойцов. Вот такой комплекс. Сначала подписан, лайкос, ну лайкос уже в конце, вам все равно понравится. Учимся работать в паре. Первое упражнение. Здесь нужно обязательно колени согнуты, неровны. Колени согнуты, не касаются земли. Делаем вот такой вот замок. Вот. Руки у нас постоянно под напряжение. Я не отпускаю руку просто так, все время напряжение. Количество 10-15. Плюс в том, что вы сами можете задать себе усилия. Если вы чувствуете, что слабо партнер держит, скажите, давай чуть посильнее, поехали. Переходим сразу, оп. Можно прям упираться плечами. Если чувствуете, что тяжело, можете упереться. Здесь хорошо прокачиваются трапеции. Широчайшая спина. Ноги поднимаем. Два момента. Или можно руки поставить сзади, крест-накрест. Если вы чувствуете, что все хорошо, руки убираете. Отлично. Отлично, да? Перейдем дальше. Теперь еще ноги. Руку ставим. Ножки согнуты, на спину руку, упираемся плечом о плечо, и теперь на меня масса, от меня. В этом упражнении важно полностью делать амплитуду. Сели до конца, выровняли ноги до конца. Потом поднимаемся наверх, добьем свои руки. Смотрите, еще здесь на разгибательное упражнение. Выталкиваем друг друга. Одну, вторую. Одну, вторую. Одну, вторую. Можно проработать на одну чисто руку 10 раз, потом чисто на вторую. Можно чередовать, суммарно сделать 20 раз, 20-30 раз, в зависимости от ваших возможностей. Пила «Дружба». Раз замок, два замок. Уперлись хорошо, в устойчивую позицию. И все время под напряжение. Все время напряжение. У вас нет такого, что партнер тянет, а я расслабляю руку? Нет. Он тянет, а я потихонечку руку отдаю, чтобы было напряжение постоянно в руках. А когда на себя стягиваю, он чуть-чуть послабляет, а я максимально себя стягиваю, стягиваю, стягиваю. И так мы работаем. Пилу. Дружба. Дружба, друзья. Только дружба спасет этот мир и любовь. Это у нас один круг. Таких можно сделать 3 круга. Все время напряжение. Вот так вот будет. Просто вот так вот. Работа в паре, дополнительно пресс. Ноги согнуты, ноги согнуты. Держим малыша. Сажусь, колени согнуты. И давай. Замок сзади. Это упражнение важно, чтобы упереться ногами. Партнер не провалил мою спину. Спина ровная. Это просто наш третий дубль. Третий. Не включали камеру. Ножки чуть подзабились, у Антохи пресс. Ну, вот такая вот тема. Это дополнительно можете еще добавить к общему комплексу. Еще вот это. Давай что-нибудь скажем друзьям. Не потеет тот, кто ничего не делает. Не потеет тот, кто ничего не делает. Будьте здоровы, тренируйтесь.
Всем добра. Уже 6 кругов сделали. Где-то отошел тренер. Ребят, спасибо, меня и прихватил. Счастливо. Тоха! Ты куда, Тоха? Стой! Да стой, говорю! Еще 7-й и 8-й круг, стой! Малыш мой. Сколько у тебя топ сейчас? 118. 118. Ну и меня. Почти столько же. 68. Как вы могли не записать видео? А то давай бицуками мерить. Да, да, тебе еще нужно подкачаться. Чтобы больше никуда не убегал. Эй.